Hola, amigos! На связи Матвей. Да, ребят, как вы могли подумать, это не кликбейт. Я реально разбил свой телефон из-за Fortnite Mobile. Да, и телефон я довольно-таки сильно разбил, как вы можете заметить. Удар в основном пришелся именно на левую часть телефона. То есть именно в этой части я хожу, выбираю себе оружие. Ну и кнопки там и редактирование у меня тоже здесь стоят. Ну а с правой частью вроде бы так плюс-минус все нормально, как вы видите. В общем, что я хочу этим сказать. Fortnite, особенно на телефоне, это реально очень жестко. Я вот еще понимаю себя, я-то играю там в среднем час в день, потому что в какой-то день я вообще не играю, в какой-то день я играю аж 3 часа и так далее. Я вот просто не понимаю тех людей, которые вот постоянно 24/7 играют в Fortnite. Как это возможно? Ладно бы это была игра по типу Майнкрафта, в которой ты просто бегаешь, расслабляешься и так далее, но это же игра, из-за которой вещи ломаются, в буквальном смысле я не шучу. Это, кстати, отвечает еще на один вопрос, почему я спустя 2 недели с управлением 6 пальцев не так хорошо играю. Ребят, да я за эти 2 недели не более 10 часов Fortnite с этим управлением не отыграл. В общем, давайте перейдем к теме, почему я записываю это видео. Еще давно на свой канал я выпускал ролик, который назывался «Советы, которые помогут тебе тащить в турнирах и арене Fortnite». Вот подсказочка, можете освежить свою память, если вы не помните, о чем это видео, ну или вообще посмотреть его заново, если вы его вообще еще до этого не видели. Там советы, которые актуальны на все времена Fortnite, на любые абсолютно сезоны. Так вот, один из советов был отвлекаться от Fortnite на другие игры или прочие ваши дела. В данном видео я не буду объяснять, почему я так именно решил, там вот можете посмотреть тот ролик, я там все подробно рассказываю, интересно и уверен, вам будет полезно. Так вот, и на этом основании я сделал вывод, что не стоит зацикливаться только на Fortnite. Думаю, как и мне, так и вам, несмотря на то, как вы играете, всегда будет полезно немного отвлечься от Fortnite. Так что я думаю, разделять контент по Fortnite на своем канале еще с другой игрой, о которой я чуть позже объясню. Уверен, отвлекаться от Fortnite, читая книги или смотря фильмы, вы будете вряд ли, потому что как-никак это скучно и вам нужно именно поиграть. Minecraft это уже мейнстрим, и вы не знаете, что вам делать. А на руках при этом у вас еще какой-нибудь голимый Android, который никакие игры вообще не тянет. Вопрос, как в этом быть? А я за вас решил эту проблему и специально для вас нашел крутую онлайн-игру, доступную на любое Android-устройство, при этом крутую, интересную, расслабляющую, в общем, обязательно поговорим сегодня в этом ролике. Но перед тем, как вы оформите подписку на данный канал, если вы тут впервые, ребят, поддержите меня как начинающего автора, я стараюсь. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю вам рассказать про лучшую онлайн-игру на все Android-девайсы, при этом она бесплатная, при этом она интересная. Интересная и расслабляющая. В общем, давайте не медлить и поскорее на нее посмотрим. Ребят, вот вы вообще слышали про GTA Online? Да, тема, конечно же, очень интересная, но, к сожалению, на телефонах ее нет, да и игра вообще трудоемкая, в общем, не каждый ПК ее потянет. Тут на помощь приходит всеми наш любимый народный режим SAMP. Это как GTA Online, но только онлайн-версия GTA San Andreas, она менее трудоемкая, ее потянет даже любой калькулятор. И если вы не знали, GTA SAMP даже есть на андроидах. Именно о нем сегодня и пойдет речь. Честно говоря, до этого я вообще никак не касался темы SAMP, я иногда слышал об этом в интернете, но сам никогда не смотрел по этому видео и сам, соответственно, никогда не пробовал играть. Но после того, как я разбил свой Android, я решил посмотреть на альтернативные онлайн-игры, которые расслабляют. Я уверен, нашел лучший проект GTA SAMP криминальной России под названием Black Russia. Начнем с того, что это первый мобильный SAMP-проект. Да, ребята из Black Russia довольно-таки давно в этой игровой индустрии, и они точно знают свое дело. Это и доказывает их популярность и нереальная активность игроков на их серверах. Они имеют 7 серверов с онлайном по 1000 на каждом. Также присутствует своя кастомная карта игры, знакомые улочки, знакомые дома и так далее. Причем все это находится всего лишь в твоем Android девайсе. Думаю, все, кто смотрит данное видео, знают, что такое SAMP, и в представлении данная игра им не нуждается. Но для новичков объясню. Это мультиплеерный режим в GTA San Andreas со своим ролл-плеем. То есть весь сервер это как реальная жизнь. Ты устраиваешься на работу, в правительство или куда-то в криминальную деятельность, соответственно зарабатываешь деньги, покупаешь тачки, дома и так далее.
В общем, все зависит только от тебя. Я так вчера зашел на один из серверов Black Rush, так сказать, посмотреть на игру всего 5 минут, а затянуло на 3 часа. Даже Fortnite меня так никогда не затягивал. Так что если у вас есть Android девайс, обязательно качайте проект Black Rush по моей ссылке в описании, будем играть с вами вместе что-то помимо Fortnite. Я, конечно, понимаю, что Fortnite Mobile это круто, но надо же иметь какое-то игровое разнообразие. Так почему бы и не разделить игру Fortnite с игрой в лучший проект GTA Samp на телефонах Black Rush? В общем, ребят, вступайте в наш Discord канал, в нашу беседу ВКонтакте, качайте Black Rush по ссылке в описании и будем играть все вместе. Я еще не рассказал о многих возможностях данного прекрасного проекта, ребят, потому что я, честно говоря, еще сам не разобрался, настолько там всего много. Я вот лучше задам вам такой вопрос. Не хотели бы вы, чтобы я разделял свой контент по Fortnite Mobile на канале с контентом по лучшему проекту Samp Mobile Black Rush? Вообще, я так посмотрел на ютубе, контент по Sampу реально заходит. Так почему бы у нас, как на мобильном канале, где мы играем в Fortnite Mobile, также не играть в лучший Samp Mobile проект Black Rush? Пишите в комментарии, какие бы видео вы бы хотели видеть на моем канале по Сампу. Ну а я буду с вами прощаться, уже довольно-таки поздно, а я хотел еще поиграть немного в мобильный проект Samp Black Rush. А то у меня мама в 10 часов телефон забирает. 5 часов могу поиграть. Ладно, с вами был Матвей, hasta luego!